«Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайруллина. Здравствуйте, друзья. Это телерадиоканал «Страна FM». Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Меня зовут Александра Хайруллина. У нас с вами традиционное время для программы «Лучшее в стране». И здесь, как всегда, в этой студии появляются лучшие из лучших в своей сфере, в своей области представители нашей необъятной Родины. Я очень рада представить вам своих сегодняшних гостей. Это представители одной из лучших строительных компаний в стране ФСК «Лидер». Начальник отдела продаж обквартала «Скандинавский» Екатерина Белякова и персональный менеджер по продажам Анастасия Соловьева. Девочки, здравствуйте, добрый день. Очень рада вас видеть. Ну, я думаю, теперь уже многие, конечно, догадались, что сегодня мы как раз с вами поговорим об одной из важной части в нашей жизни. Это, конечно, о комфортных квартирах, замечательном нашем уютном доме, куда непременно хочется каждый раз возвращаться и откуда не хочется уходить каждый раз на работу. У компании ФСК «Лидер» много комплексов, много возможных вариантов, но вот сегодня мы с вами узнаем все подробности об апквартале «Скандинавский». Но все-таки прежде всего первый мой вопрос будет следующий. Что такое апквартале от ФСК «Лидер»? В чем их отличие? Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Хотелось бы вам рассказать о наших апкварталах. Апкварталы — это линейка жилых комплексов ближайшего Подмосковья, которые строит наша компания ФСК «Лидер». Мы их наполнили преимуществами комплексов бизнес-класса, также сохранили их по цене очень доступной для наших покупателей. Наши апкварталы представлены у нас в большом количестве, но сегодня мы поговорим об апквартале «Скандинавский». Да, именно о нем, именно подробности о скандинавском мы и хотим у вас узнать. Вот какие дополнительные плюсы для любителей качества жилья идет речь, когда мы говорим об апкварталах? Прежде всего, апкварталы — это удачное расположение. Все наши апкварталы находятся не далее 4 километров от МКАДа. Всегда можно добраться за 15 минут до метро. Также наша компания, мы занимаемся только монолитным строительством. А монолитные дома, их преимущество — это прочность. Срок службы таких домов — около 200 лет. Ну, вполне достаточно, я думаю, да. Да, также наши дома за счет монолита выглядят очень эффектно, потому что у нас вентилируемые фасады и, возможно, различные варианты облицовок. Мы предусмотрели для наших клиентов, чтобы они могли устанавливать кондиционеры и чтобы также кондиционеры не портили внешний облик наших домов. Для этого у нас предусмотрены специальные корзины, решетки. Вся инженерия нашего комплекса, она продумана. У нас есть такая концепция, как двор без машин. Дворовая территория у нас будет огорожена. Внутренняя территория без парковочных мест и без автомобильных дорог. А паркинг у нас будет подземный. В комплексах, например, на данный момент в апквартале «Скандинавский» у нас будет 3 подземных паркинга. То есть всем хватит парковочных мест, чтобы можно было припарковаться. Даже если в семье не один автомобиль, а несколько? Да, даже если в семье вот не один. Это очень важно, да. Сейчас, мне кажется, когда такое обилие машин, их становится все больше и больше. И, безусловно, конечно, тем, кто проживает непосредственно в самой Москве, это всегда большая проблема, где оставлять машину. Тем более, если в семье их 2 или 3, то в скандинавском таких проблем не будет, как мы уже поняли. В чем такое название? Это у нас Анастасия расскажет подробнее про наш комплекс «Скандинавский». Я скажу, что у нас разрабатывался шведским архитектурным бюро «Сэмрен Мэнсон». В нем есть свои скандинавские особенности, но Анастасия расскажет подробнее. Ну, апквартал «Скандинавский» — это такой самый уютный, самый комфортный, на наш взгляд, апквартал из всей линейки апкварталов нашей компании. Поближе к микрофону, пожалуйста, Настенька, говорите. Действительно в себе сочетает и комфорт, и качество, это и монолитное строительство, это продуманное абсолютно архитектурное строительство и те же самые экраны специально для кондиционера. Входные группы у нас дизайнерские проекты, которые сочетаются с общим образом нашего апквартала. Дворовая часть закрывается от автомобильных стоянок, тем самым мы расширяем зону и детских площадок, мы расширяем зону прогулочных парковых зон. Входные группы у нас сквозные, для удобства выйти как на бульвар. У нас предусмотрен замечательный бульвар в рамках нашего проекта, где можно гулять. С бульвара будут специальные входные группы в нежилые помещения. Это и магазины первой необходимости, салон красоты, отделение банков, что также немаловажно, чтобы всегда быть
рядышком со всеми окружающими. К своим деньгам, конечно. Нет, почему не к своим деньгам? И красоте, и к уюту, детские садики, школы, все так же входят в рамках. Ну, в том числе и про банки, территории. Я просто имела в виду в данном случае. Да, друзья, мы обязательно еще продолжим и поподробнее поговорим. Сегодня, напомню, у нас главная тема – этап-квартал скандинавский от компании ФСК «Лидер». Я вам хочу сообщить следующую информацию. Запомните, страна FM – это слово. Я думаю, что долго времени у вас не потребуется, много времени, потому что у вас есть возможность получить скидку, дополнительную скидку на новую квартиру. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Застройщик ООО «Аколада Ленд». Проектная декларация на skandinavskiy.ru. Вся информация об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках и порядке их получения по телефону. Запоминайте. 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Звоните по этому номеру, называйте кодовое слово «страна.фм» и скидка ваша. Прерываемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Это программа «Лучшая в стране» в эфире телерадиоканала «Страна FM». Друзья, меня зовут Александра Хайрулина. У нас сегодня в гостях представители компании ФСК «Лидер». Напротив меня находится начальник отдела продаж обквартала «Скандинавский» Екатерина Белякова и персональный менеджер по продажам Анастасия Соловьева. Красивые, замечательные девушки. Запомните их, пожалуйста. Ну и если вас что-то заинтересует, какая-то информация по обкварталу «Скандинавский», захотите посмотреть на него, я думаю, что ваша встреча с девочками неминуема. Правильно я предполагаю, да? Продолжаем наш разговор, и хотел бы узнать следующее. Чем отличается обквартал «Скандинавский» от других обкварталов той же самой компании ФСК «Лидер»? Потому как мы уже понимаем, что это самый уютный и функциональный комплекс. Ну, теперь хотелось бы узнать поподробнее. Ну, поподробнее о функциональности можно поговорить. У нас достаточно большое количество планировок квартир квадратных с различными местами для размещения встроенных шкафов. Соответственно, есть большая линейка квартир, выбор как от студий, так и четырехкомнатных квартир. Все категории покупателей смогут приобрести у нас квартиры, так как и для первого проживания молодые семьи и студенты, и семьи с детьми. Вся инфраструктура продуманная и для семей с детьми. Будет строиться у нас во второй очереди детский садик на 240 мест, школа на 500 учеников. Так. Здесь вы молодцы, конечно, 100%. Внутренние дворовые территории у нас продуманы, также и для детей, и для людей более старшего возраста, различные тренажеры и игровые комплексы с безопасными прорезиненными покрытиями. Внутренние части домов у нас, подъезды, представляют из себя большую гостевую зону, зону консьержа, колясочную, зону для мытья лап животных, то есть да, не нужно будет домой везти грязную собачку потом и мыть там лапки. Соответственно, повторюсь, наверное, это важно для всех, что у нас есть в каждом подъезде колясочные, то есть велосипеды, санки, коляски можно будет оставлять на первом этаже, спокойно, рядом с консьержем. А гостиная, что здесь мы имеем в виду? Холл, гостевая зона. То есть там можно будет тоже посидеть, кто заскучал дома и захотел общения, он может спуститься, в общем, посидеть как-то там, да, и пообщаться как следует. Стали мы с вами говорить, почему все-таки название у ап-квартала «Скандинавский», и вот Анастасия взяла слово, может быть, что-то дополнить, может она рассказать еще. Почему «Скандинавский»? Было уже сказано, что шведское бюро является главным архитектором нашего проекта Сэмрон Мэнсон. И все в едином лаконичном европейском скандинавском стиле выполнено. Оттуда и пошла эта идея, как функциональность, комфорт нашего проекта. Хотелось бы отметить, что неотъемлемой частью любого нашего квартала, в том числе и скандинавского, является строительство и открытие консьерж-служба, консьерж-сервис, называется АП-365. Мы уже немножко наслышаны, это просто чудо какое-то, действительно, невероятное удобство. Ну, Настя, еще раз нам расскажите, да, поподробнее о нем. Помощь в быту, в домашних делах, уехали куда-то на долгие зимние каникулы, которые в ближайшее время будут, летние каникулы. Остались дома домашние питомцы, выгуливают, ухаживают, кормят. Питомцы не пропадут. То есть вот о таких мелочах действительно наши проекты задумываются, наши проектировщики их проектируют. Все для комфортного времяпребывания, жительства. Служба это, по-моему, практически все выполняет. Даже если нужно сходить за продуктами куда-то, да, предположим, вывоз, не успевает конечно, хозяин. Конечно, заказ продуктов на дом.
Няня на час. Няня. Сопровождение детей до школы, если вы не успеваете проводить ребенка. Ой, замечательно. Так, хорошо. И есть различные еще индивидуальные услуги. То есть, если, например, что-то захотелось по желанию, в списке его нет, то у нас сервис АП-365 постоянно добавляет... Очень мобильный сервис, который рассматривает любые предложения и капризы. У нас замечательное расположение нашего проекта. Вблизи обквартала Скандинавский находится замечательная природоохранная зона. Это Пироговское водохранилище. Ой, какая прелесть. За нами несколько конно-спортивных клубов. То есть также летнее и зимнее время года. Я думаю, что каждый житель найдет для себя активный вид спорта, либо пассивный вид спорта, просто прогуляться, сходить. Пироговское водохранилище это и парковая зона, это волейбольные площадки, это песчаные пляжи. И многое другое, все это находится в непосредственной близости, как общественным транспортом можно туда добраться, также, естественно, на автомобиле буквально в 10 минутах езды. Ну, это невероятное удобство, мне кажется, когда прям рядом с домом есть возможность и на природе отдохнуть. Мы обязательно еще вот поподробнее и про эту часть нашей с вами беседы поговорим. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго. Я хочу вам напомнить о том, что у вас есть уникальная возможность получить скидку. Застройщик ООО «Акалада Ленд», проектная декларация на Скандинавский, .ру. Там вы сможете поподробнее ознакомиться с АП-кварталом Скандинавский. Ну и также вся подробная информация вас ждет. Звоните по телефону 495-125-4878. 495-125-4878. Называйте кодовое слово «Страна FM» и получайте дополнительную скидку на новую квартиру. Прерываемся, вернемся очень скоро. Ну и не только дискотеки, друзья, конечно, нас с вами интересуют. Кого-то в большей степени интересует занятие спорта, кто-то обожает природу и не может без нее жить, кому-то, конечно, подавай какие-то развлекательные комплексы. Это программа «Лучшая в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Мы сегодня говорим об АП-квартале «Скандинавский» от строительной компании ФСК «Лидер». У меня сегодня в гостях персональный менеджер по продажам Анастасия Соловьева и начальник отдела продаж АП-квартала «Скандинавский» Екатерина Белякова. И, конечно, вот мой вопрос, как многие, может быть, уже предположили, о внешней инфраструктуре АП-квартала «Скандинавский». Мы уже немножечко узнали, услышали о том, что это потрясающая, редкая возможность жить на природе, сливаться с ней, так сказать, ну и, кстати говоря, развлекаться. В общем, девочки, расскажите нам, пожалуйста, про внешнюю инфраструктуру. Внешняя инфраструктура, она находится также непосредственно в близости от проекта. Это природоохранная зона, которую уже также упомянули, Пироговское водохранилище. Это различные торговые... Пляж есть там? Пляж на Пироговском водохранилище замечательный. Песчаный пляж, огороженная там территория, поэтому и с детками, и просто с компанией туда съездить. Думаю, что наши жители прям заполонят данную территорию. Да, кто-то, может быть, даже откажется и от отпусков, поездок куда-то. Почему? Если хороший пляж... Также про внешнюю инфраструктуру. Непосредственно в близости находятся и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, продуктовые магазины, торговый центр «Ашан», «Твой дом», «Люра Мерле» находятся прям, ну, совсем рядом, буквально 1,5 километра от нашего проекта. На общественном транспорте, на автомобиле всегда можно туда добраться. Недалеко находится... фитнес-зал, World Gym. Вот это тоже очень важное для многих составляющее. Спорт, здоровье. Всем, пожалуйста. Внешняя инфраструктура непосредственно близости от объекта находится торговый центр «Бородино». Там уже действующий магазин «Азбука вкуса», салон красоты. Они находятся буквально через дорогу. В общем, я так понимаю, что даже продуктовые магазины на любой достаток абсолютно тоже. Они уже есть. Выбирай, какой твой самый любимый. Да, большие гипермаркеты, «Азбука». Повторимся, то, что на нашем проекте будут также магазин первой необходимости. Поэтому все это есть, все это находится недалеко. И далеко ехать не нужно. Что касается природы, Пироговское водохранилище, а там какая-то лесопарковая зона там есть? Там очень большая лесопарковая зона, там коттеджные поселки. Большой компании, я думаю, что можно снять коттедж, предположим, даже на выходные. У тебя если рядом приехали дом, в гости, рядом коттедж, да, конечно. И совсем рядом парковая зона, пляж, места мангальные для жарких шашлыков.
Ну, для любителей лыж есть возможность лыжню приложить по лесопарковой зоне? Конечно. Мы же скандинавские. Это лыжня как зимой, так же и летом. Скандинавская ходьба. Ну, это здорово. Друзья, пожалуйста, не забывайте о том, что, слушая нас, у вас есть возможность также более подробную информацию получать об апквартале «Скандинавский». Для этого есть сайт skandinavskiy.ru. Есть, конечно, номер телефона. Там вам менеджер ответит на любые абсолютно вопросы. 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Застройщик ООО «Аколада Ленд». Ну и «Страна ФМ». Именно это слово, эти слова вам помогут получить дополнительную скидку на новую квартиру в апквартале «Скандинавский». Будьте, пожалуйста, поблизости. Мы продолжим очень скоро общаться с нашими гостями. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. У меня сегодня в гостях представитель одной из лучших строительных компаний в нашей стране. ФСК «Лидер». Это персональный менеджер по продажам Анастасия Соловьева и начальник отдела продаж апквартала «Скандинавский» Екатерина Белякова. Говорим мы с вами сегодня об апквартале «Скандинавский». Уже очень много интересного узнали про потрясающую внешнюю инфраструктуру, вот в том числе. Ну и теперь, конечно, настал момент поговорить про внутреннюю инфраструктуру апквартала «Скандинавский». Мы уже с вами немножечко поговорили о том, что разрабатывал Шведское архитектурное бюро, сам апквартал «Скандинавский», Симрен и Монс, да, поправьте? Симрен и Монс. Да. Ну и, в общем, расскажите, пожалуйста, о дополнительных как раз удобствах для жильцов и о внутренней инфраструктуре поподробнее. Комплекс наш строящийся. Вообще он будет состоять из 6 корпусов. На данный момент у нас в активном этапе строительства находится 3 корпуса. Также на территории у нас во второй очереди запланирована школа на 500 учеников, детский сад на 240 мест. Между первой и второй очередью комплекса у нас проложен будет бульвар, по которому можно будет гулять, совершать покупки. То есть на первых этажах наших помещений будут салоны красоты, рестораны, аптеки, бытовые услуги. То есть никуда далеко, выходя за территорию комплекса, да, можно будет приобрести на территории комплекса. Чтобы не тратить ни время на эти переезды по пробкам. Ни, в общем, полностью максимально находиться со своей семьей рядышком поблизости к дому. Комфорту. Да, соответственно, с детьми можно будет проводить время в наших дворах, потому что там у нас будут благоустроенные площадки с уличными тренажерами, с игровыми комплексами и для детей старшего возраста и младшего возраста, с безопасными прорезиненными площадками. Не обязательно куда-то выезжать, опять-таки, да, за территорию комплекса, чтобы съездить с детьми и провести время. Тренажерные площадки, да, уже о которых мы тоже говорили абсолютно, да, для Асимаса, да, потому что я знаю, что сейчас, ну, в основном у молодежи, но это вот пользуется большой очень популярностью, да, уже собираться на площадках и именно подчеркивать для того, чтобы заниматься спортом, не для каких-то других развлечений и увлечений. Так, хорошо, это все прекрасно. Тогда, наверное, время настало поговорить про квартиры и планировки, потому что это тоже очень-очень важная вещь. Да, у нас достаточно большой выбор, широкая линейка, от 25 метров предлагаем студии до больших 4-комнатных квартир. Есть выбор, как приобрести квартиру свободной планировки, сделать индивидуальный проект, так и приобрести квартиру с дизайнерской отделкой. Если мы говорим про квартиры свободной планировки, например, наше преимущество в наших студиях 25-метровых – два окна. То есть можно будет разграничить кухонную зону с жилой зоной, да, и сделать полноценную однокомнатную квартиру. Также, если, например, рассматривать выбор для себя квартир с отделкой, то мы предлагаем дизайнерские, разные стилистические абсолютно решения. Там несколько, да, насколько я понимаю? 4 стиля выбор у нас есть? Да, дизайнерских. Mm-hmm. И также можно, например, выбрать базовый стиль с обоями под покраску. То есть ремонт уже будет, но вы потом по своему усмотрению, по своему желанию выберете цветовые решения. Ну, вот вы, как специалист уже по продажам вообще, по замечательному комфортному жилью, как сотрудники компании ФСК «Лидер», вот вы бы, в принципе, советовали людям, которые задумались о приобретении жилья, брать с отделкой квартиру или лучше самостоятельно делать ремонт? А это уже на усмотрение наших покупателей. Кто-то хочет индивидуальный проект, тогда, да, выгодно взять квартиру свободной планировки, в которой все несущие стены у нас спрятаны, все несущие конструкции в межквартирные стены, в фасаде.
фасадные стены спрятаны, поэтому большая такая территория, и можно поставить уже перегородки на свое усмотрение. Плюс также у нас скоро будет открываться наш офис продаж, новый обновленный шоурум в начале 2018 года. Мы приглашаем туда всех наших слушателей посетить, посмотреть. Тоже у нас увидеть, будут, да, представлены шоурумы, да, квартир с дизайнерской отделкой, смогут посмотреть уже воочию и выбрать цветовые решения. И тогда, решения. Наверное, уже, да, определиться для себя все-таки, подходит ли дизайнерское решение, либо ты сам будешь думать, да, что-то, да, или обращаться, ну, конечно, к кому-то. Же, еще вопрос в стоимости, да, квартиры без отделки. Они, конечно же, подешевле, квартиры с отделкой и более дорогие. Но, с другой стороны, без отделки ты же все равно потом будешь вкладывать в эту, да, самую, да, отделку. Да, и, да. И что, мне кажется, гораздо дороже в итоге получится. Да, если человек снимает квартиру, то, конечно же, ему выгоднее, например, сразу заехать и уже жить. Друзья, в общем, так, слушайте внимательно, принимайте решение. Ну и, конечно, подробнее знакомьтесь с апкварталом «Скандинавский» от ФСК «Лидер» на сайте skandinavski.ru. На все абсолютно интересующие вас вопросы вам ответят с удовольствием по телефону 125-4878, код 495, 125-4878, код 495. Кроме того, у вас есть возможность получить дополнительную скидку, а получится это у вас, если вы назовете кодовое слово «Страна FM», застройщик ООО «Акалада Ленд». Прервемся ненадолго, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Лучшее в стране. Продолжается программа «Лучшая в стране». Мы продолжаем с вами узнавать все больше и больше об апквартале «Скандинавский» от компании «ФСК Лидер». У меня в гостях Екатерина Белякова, начальник отдела продаж апквартала «Скандинавский», и Анастасия Соловьева, персональный менеджер по продажам. Я думаю, что уже многие из наших зрителей и слушателей убедились в том, что апквартал «Скандинавский» – самый уютный и функциональный комплекс. Это потрясающая возможность жить поблизости с природой, это водохранилище, Пироговская, это лесопарковая зона огромная, ну и в том числе, в принципе, очень близко к различным развлекательным комплексам, магазинам и так далее и тому подобное. Ну и теперь, конечно, очень важный вопрос, который я знаю точно, беспокоит многих и многих. Конечно, это стоимость. Это интересно. Мы уже понимаем, что апквартал — это повышенная комфортность. Мы уже узнали о многофункциональности комплекса. Ну и с волнением ждем, конечно, информации о расценках в апквартале «Скандинавский». Ну, несмотря на многофункциональность, несмотря на статус как комфорт, цены мы сохраняем более низкие, чем другие объекты бизнес-класса и комфорт-класса. У нас сейчас действуют различные новогодние скидки и предложения до 7%. Сейчас можно приобрести квартиру с минимальной стоимостью от 2 300 000 рублей. Есть абсолютно разные у нас согласованные формы оплаты, начиная, конечно же, как вот 100% оплаты. Также есть возможность реализации материнского капитала, есть возможность реализации военного сертификата, есть возможность реализации городской субсидии, медицинской субсидии. Различные сейчас условия по банкам, по ипотеке. Рассрочка от застройщика мы предлагаем до конца строительства, что самое важное, без процентов, без переплаты. Грубо говоря, вот какой есть ценник, зато вы и покупаете. Прекрасно. Ну и, конечно, это различные банки партнеров. Порядка более 20 банков уже имеют аккредитацию апквартал «Скандинавский». Сейчас процентные ставки, ну, действительно, они значительно уменьшились. Возможность приобретения квартиры по ипотеке у жителей, у людей появилась. Поэтому все возможные виды оплат, мы со всеми работаем, всех рады видеть. Самая низкая ставка у нас сейчас 6,45 по ипотеке от АИЖК. Ну, соответственно, если мы Сбербанк рассматриваем, там есть субсидированная ставка 7,4. Ну и более 20 других банков, которые представляют также минимальные ставки. Новогодняя скидка, мы уже услышали, очень хорошее предложение, 7%. Это до Нового года оно будет действовать? Да. До конца года, да, до 31 декабря 2017 года. Так, ну а что касается скидки, которая будет заслала «Страна FM»? Безусловно, это они дополнительная все скидка, конечно. Вот, друзья, это же важные слова, запомните их, пожалуйста, и, конечно, не упускайте эту возможность. Мне кажется, любой, в общем, в принципе, человек в нашей стране какой-то наиболее удобный вариант оплаты
за новое потрясающее жилье, ну, 100% для себя выберет. Новогодние скидки действуют, ну и самое главное, ваша скидка дополнительная. Это, конечно, слово «Страна FM», вы его называете смело, сразу, как только набираете номер 125-48-78, код 495, 125-48-78, код 495. Звоните, пожалуйста, задавайте любые интересующие вас вопросы. Также сайт skandinavsky.ru, я думаю, что во многом вам поможет представить себе как можно лучше и конкретнее апквартал «Скандинавский» от компании «ФСК Лидер». Мы еще поговорим с нашими гостями, и, конечно, мы самое главное, пожалуй, тоже с вами узнаем, это месторасположение апквартала «Скандинавский» и транспортная доступность. Что там с этим обстоит? Мы движемся с вами только вперед. Это программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна FM», апквартал «Скандинавский» от компании «ФСК Лидер». Друзья, все уже, в общем, примерно понятно. Близко к природе, невероятная красота, потрясающая многофункциональность, достойнейшая внутренняя инфраструктура, потрясающая шведская архитектура. В общем, сплошные только плюсы. По ценам тоже все вполне допустимо, все вполне ясно. Теперь, конечно, все ждут от нас с вами информации о транспортной доступности апквартала «Скандинавский». Апквартал «Скандинавский» находится на севере ближайшего Подмосковья, в 10-минутной доступности от станции метро «Медведково». Конечно, до нас можно добраться как и на автомобиле, так и на общественном транспорте. От станции метро «Медведково» регулярно в течение каждых 5 минут курсируют и автобусы, и маршрутки. Время в пути 10-15 минут. А какие вы уже можете сказать? Какие маршрутки? Какие маршрутки ходят? 6 номеров маршрутов. Так. Прямо вблизи станции метро «Медведково» находится автобусная остановка. 166 маршрут, 314 маршрут, 502 маршрут. По данным номерами останавливаются как городские автобусы, так же и часто маршрутные такси. Угу. Сейчас абсолютно даже в Подмосковье дошли электронные пластиковые карты оплаты. Это карты «Стрелки». Поэтому все они действуют на всех маршрутах, которые доезжают до нашего офиса продаж. А остановка как называется? Остановка Бородино. Бородино, так, хорошо. А если мы говорим о людях, которые отправятся на личном транспорте, как они могут отыскать апквартал «Скандинавский»? Если на автомобиле, то это очень просто. Необходимо двигаться по самому незагруженному сейчас направлению Осташковскому шоссе в сторону Подмосковья. Всего лишь 2,5 километра от МКАДа. Доезжаете до деревни Бородино. После деревни Бородино будет развязка, разворот в обратную сторону. И едете до нашего офиса продаж, нашего комплекса, который находится напротив торгово-развлекательного комплекса «Бородино». Ну вот, можно будет зайти в торгово-развлекательный комплекс. Да. Заодно, я так понимаю, в общем, совместить. График работы какой-то существует, как людям планировать свои поездки, чтобы подробнее познакомиться с апкварталом «Скандинавский»? Офис продаж у нас работает ежедневно с 9 до 9 до 21 часа. Но если будет такая необходимость, если будет у нас шквал клиентов. Так, хорошо, есть какая-то большая групповой заезд, если какой-то будет намечаться, то в общем... Ну, конечно, мы ждем каждого последнего клиента, дорабатываем с ним по возможности. Ну, а когда уже планируется заселение? Когда люди должны понимать? У нас сейчас первые 3 корпуса в активной стадии строительства находятся. Самое первое заселение у нас будет в начале 2019 года. Ну, время летит очень быстро, поэтому, в общем, может быть, даже лучше заранее уже успокоенно приобрести жилье и просто и ожидать по минимальной уже момента. Стоимости, да, потому и что на этапе строительства квартиры всегда дешевле, чем уже в готовых домах. Вот золотые слова, которые мы сегодня услышали. Я очень этому рада. Я хотела спросить вот что. Екатерина, наверное, у тебя спрошу и узнаю уже по опыту. Вот все-таки... Чаще люди склонны приобретать жилье на момент строительства или уже готовое? Или здесь тоже все зависит исключительно от суммы, которые есть в наличии? Конечно, все зависит от суммы, но сейчас, мне кажется, такая тенденция у нас на рынке, что в основном покупают на этапе строительства, потому что стоимость минимальная, и поэтому... В основном у нас сделки проходят сейчас по ипотеке, примерно процентов 70-80, основной массы продажи – это ипотека, и минимальными первоначальными взносами, поэтому все-таки в основном выбирают строящееся жилье. Поскольку я знаю, что уже большое количество квартир продано, у них есть уже свои хозяева, мне интересно, что люди, которые приобретали эти квартиры, говорили вам? То есть почему они именно свой выбор остановили на апквартале «Скандинавский»? Транспортная доступность.
В первую очередь, да. Нравятся наши планировки функциональные, которые разработаны были шведским архитектурным бюро. Конечно же, нравится наша отделка. Отделка у нас также продается отлично. Ну и в целом наш комплекс своими лаконичными, элегантными фасадами привлекает покупателей. А на сегодняшний день вообще хоть кто-нибудь подбирает себе жилье, ну, скажем так, вот, потому что рядом с работой, например, удобно далеко добираться, или на это уже меньше обращать внимание? Нет, есть такая привязка также, это и родственники, и работы, и места привязки, локация, школы, садики, у кого-то дети будущие, возможно, олимпийские чемпионы. Вблизи станции метро «Медведково» находится плавательный бассейн. Это школа Олимпийского резерва. Ух ты, здорово. Вот, поэтому также слышали от клиентов, что в связи с чем именно выбор в сторону квартала Скандинавский. Вот такие отклики они также были. Девочки, спасибо вам огромное, потому что, ну, я думаю, что мы сегодня с вами не зря потеряли время, не потратили его, потому что узнали еще об одном замечательном комплексе, об квартал Скандинавский, а от одной из лучших строительных компаний в нашей стране, ФСК «Лидер», очень комфортное, достойное, уютное жилье, конечно, по-настоящему функциональный комплекс. Я вас искренне благодарю, у меня в гостях были сегодня начальник отдела продаж об квартал Скандинавский Екатерина Белякова, персональный менеджер по продажам Анастасия Соловьева. Ну и, друзья, вот еще важная информация. Пожалуйста, помните о том, что у вас есть возможность получить дополнительную скидку на приобретение новой квартиры. Страна FM, вот это самое слово вы произносите. Звоните по телефону 125-4878, код 495. Помимо скидки, вы, конечно, получаете еще и подробнейшую информацию об квартале Скандинавский. Еще раз номер телефона 125-4878, код 495. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Ну, поторопитесь, проектная декларация на сайте skandinavski.ru. Застройщик ООО «Акаланта Ленд». Спасибо вам еще раз большое. Спасибо. Всегда очень рады. Ну и процветания, успехов. Спасибо, друзья, всем, кто были с нами.